Сейчас YouTube вообще летует. У меня это самое, значит, он начал рыться у меня в роликах трехлетней давности. Прислал один страйк и 26 age restriction, то есть ограничение по возрасту. Это значит, он 27 уже показал, что он перерыл трехлетней давности этих самых роликов. А она перерыла штук 200, раз 27 нашел нарушение. Вообще, борзые они. Там и правила другие были 3 года назад, пардон. Ну да. Ясно. Они каждый раз правила меняют, а что теперь? Так а нет. Нельзя менять, они менять-то могут, но нельзя менять задним числом. Если, допустим, ты поменял там 1 числа, они должны действовать с 1 числа. А обратной силы, это называется ретроактивность нормативного акта. Да. А в народе это называется обратная сила, закон не имеет. Это же известный случай из советской истории. Знаешь, называется, у юристов называется казус Хрущева-Рокотова. Не слышал? Нет. Ну, это валютчики. При Хрущеве, когда оттепель была, при Хрущеве очень сильно валютчики активизировались. Потому что малые сроки были. Вот, и когда, значит, Хрущева ткнули, западные лидеры, что вы там на запад киваете, вот он высоко, валютчиков черных, да, в Москве, через, скажем, 10 метров стоит. Вот, Хрущев решил это дело радикально. Там было до 3 лет наказание, он повысил до 15, то есть до максимума. А потом вообще до вышки. И вот самого главного взяли, Рокотова. Вот. Его взяли, когда он совершал преступление, на момент совершения было 3 года максимум. А в итоге он вышку получил. То есть такие вещи вот нельзя делать, когда преступник должен знать, что если он имеет такую-то планку наказания, он в пределах ее и действует. А если получилась ретроактивность нормативного акта, закон обратной силы. Хороший есть YouTube фильм про это. Там еще Руденко, который выступал вот на Нюрнбергском процессе, прокурор генеральный СССР, он выносил по этому делу под давлением Хрущева кассационный протест 2 раза. Один раз он вынес, и Верховный суд ему поднял планку с 3 лет до 15. А Хрущев, знаешь, что сказал? Говорит, так за такие пересмотры самих судей сажать надо. Прикинь, да? Так они потом вынесли ему вышку дали. Вот такой момент. Ну ладно, я уж там это самое. Народ-то другого ждет, я так понял. Да не, я не сам. Не стрим, у меня страйк прилетел. А, страйк у тебя пролетел. А, ну да. Ну ты же с 3-го можешь стримить. Это у тебя на хитрый код 2 прилетел. На неделю. На 2 прилетел. На код 2. Да. Ну, так а вот ты. Годами стримил Скотта 3. Кот 3 не стримил годами. Раньше. Ты последние месяцы стримил. Хитрый код 4. Хитрый код 4. А код 3 что? Вот третий стал четвертым. Пускай какой третий. Ты переименовал его просто. Ну окей. У меня просто на 3-м есть ключик. Если ты переименовал, значит ключик остался. Ладно, давай успехов. Давай. В поисках. Счастливо. За себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете ничего?
60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Ви смієтеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра совместный стрим. Это русский груп. Мы сделали украинским ударом и членом. Ударец! Да. Украина, которая создана. Группа экономическая. Не надо испытывать наше терпение.